Летят по свету одинокие сердца. Как им помочь огромный мир любви открыть? Им не нужны причуды шумного дворца, а им бы сесть, поговорить. В кафе парижском есть чудесный уголок, на вид он вовсе без особенных прикрас, но там написано вдоль и поперек: поговорим здесь и сейчас. Поговорим здесь и сейчас. Видим в первый раз. О, говорите, не спеша. Судьба дает нам этот шанс. А разойдемся, не беда. Но может быть, пройдут года, снова вспомним этот час, когда впервые встретил вас в парижском кафе. Не правда ли, всю жизнь спешат куда-то все? Так в этой спешке может жизнь промчаться вся. Вы разрешите сесть за столик вам, месье? Я вижу, вы одиноки, впрочем, как и я. Здесь так уютно, в этом маленьком кафе. Нам эту встречу подсказали небеса. Вы так любезны и внимательны, месье, что я, наверное, стану верить в чудеса. Поговорим здесь и сейчас. Друг друга видим в первый раз. Говорите, не спеша, судьба дает нам этот шанс, а разойдемся, ну что ж, не беда, но может быть, пройдут года, мы снова вспомним этот час, когда впервые встретил вас в парижском кафе. Но может быть, пройдут года, мы снова вспомним этот час, когда впервые встретил вас в парижском.